ебал. Я стал черепашкой ниндзя в детстве. Я русский. Вы не решите еврейский вопрос. Была попытка. Не было решения. Нужно топить в реках и сжигать в домах. Нет войны. Это преступление. Я русский. Гитлер был прав. Гитлер прав. Я Дракила. Я русский. Помогите мне. Женщина не существует. Аутизм ему помогает. Всех убьем. Всех ограбим. Смотрите. Смотрите. Светов. На Кремль. Запутина. Светов. Это у нас осталось. Светов. 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 Память. Детей в постели. Светов. Это... Русский, уничтожим Татарстан, уничтожим донатов, уничтожим Донателло, уничтожим людей, уничтожим женщин, уничтожим украинское общество, уничтожим понятие экономики. Если на какой-то территории нет войны, нужно на эту территорию эту войну приносить. Подобные же преступления совершать по отношению к Крыму. Что здесь неоднозначно? Где здесь смена позиций? Война – это дача Газманов, аудитория. Бандистан, Украина, моя территория. Война, это дача Газманов, аудитория. Крым, Бандистан, Украина, моя территория. Русский, уничтожим Татарстан. Уничтожим фанатов. Уничтожим Донателло. Уничтожим людей. Уничтожим женщин. Уничтожим украинское общество. Уничтожим ядерных своих головок. Давайте я переформулирую. Согласна. Ну, женщина – это человек. Вопрос, которым вы должны задаваться. Как мы ненавидим эту русню? Прям готов подписаться под этим делом с удовольствием. Уничтожим Татарстан. Уничтожим Донателло. Уничтожим Донателло. Уничтожим людей. Уничтожим женщин. Уничтожим украинское общество. Уничтожим аутизм. Уничтожим детей. Уничтожим себя. Уничтожим Майка, уничтожим Москва, уничтожим Дазмана, уничтожим Крым, уничтожим Запустих, уничтожим мать, уничтожим. Надо этих русских, значит, хлестать, чтобы они наконец поняли. Я работал на разжигании ненависти по отношению к транссообществу. Я люблю наркотики, проститутки, да. Я вам отказываю в своей любви. Как бы это правильно сформулировать? Я люблю детей.